Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Сегодня я покажу наш южно-французский декор. Ну, начнем с вот такого вот столика. Он выполнен чисто во французском стиле. Сверху вот такая вот плиточка идет. Это как, ну, фаянсовая. И она уложена на деревянную поверхность. Очень часто в Провансе, на юге Франции, у нас вот такие вот столики. Как я и говорила, французы очень любят в декоре использовать свечи. Посмотрите, даже вот здесь, вот, казалось бы, ну что это? Съемная маленькая мини-квартирка, так скажем, однокомнатная, и уже сразу видно, в интерьере свечи находятся. Ну, вообще здесь интерьер чисто вот, ну, 100% плетеные корзинки, которые я показывала, плетеные вот эти вот подставочки. Вот такие вот под горячие подставочки с, вот, с плиточки сделано. Это чисто-чисто, ну, французский интерьер, что я вот специально показываю, потому что у меня часто задают вопросы. Вот такого плана картинки тоже у них популярны. Вот такие вот часики в прованском стиле. Ну и вот такие вот этажерочки. Они очень популярны, как и вот такие вот креслица для террасы. Корзиночки вот такие плетеные. Вон моя корзинка стоит походная. Салфетки, видите, с оливочками. Я же говорю, цвет, вообще мне вот цвет вот такой вот очень нравится. Вот такая вот корзиночка. Ну, в общем, все очень миленько. Да, это не гостиница, это частный апартамент. Это просто люди как покупают и потом дают в агентство. И агентство потом сдает для отдыхающих, приезжающих. Вот тоже вот веночек такой. Уже во Франции они очень популярны, вот такие вот украшения, очень симпатично, колоски, все натуральное, я терпеть не могу искусственные цветы, но когда это из натурального сделано, вот так вот, то мне очень-очень нравится. Вот такой вот декор. Вот тоже это гарнитур, плетеная этажерка, которую я показывала ранее, и такая вот тоже плетеная тумбочка. Все это тоже из натурального дерева, плетение из лозы, и вот такое вот очень симпатичное зеркало. И вот даже если так подойти, то представляете, в зеркале отражается тоже море, видите? Ну, думаю, вам было интересно посмотреть интерьер на Лазурном берегу. Но это так, знаете, как стиль смешанный, сказала бы я, это и Прованс, в общем, юг Франции, назовем так, не буду уже регионы называть. Это чисто наш южно-французский стиль декорации дома. Всем большое спасибо, что вы были со мной, и до новых встреч!